Мы сегодня в магазине игрушек, и мы смотрим игрушки. Пошли с нами. Скажи, очень классная пожарная машина. Давай ее рассмотрим. Что там у нас есть? Там есть два пожарника. Там ты хочешь потрогать? Ну, он, наверное, для малышей, потому что там всего 13 пьес. 13 частей. То есть это полицейский участок, видишь? Вот наверху что-то есть, потом дядя стоит в рупор, что-то говорит. Вот. Здесь у нас тоже что-то такое интересное, видишь? Вот. И прикольная очень лестница. Вот это вообще, это ну, целый настоящий получается. Смотри, Данька. Это же прикольно, наверное, должно быть. Смотри, Дань, тут еще такая сирена, маячок стоит, который говорит «уи-уи-уи-уи-уи-уи-уи». Это пожарная машина? Нет, Дань, это полицейская. Это полицейская. Это прикольная штука. Данька, это целый замок с настоящими рыцарями, вот, которые там играют. А вон еще не только рыцари, Даня, там еще и дракон. Пойдем посмотрим. Очень классная штука, целый замок. Это же настоящий самолет огромный. Как папочка летит. А это аттракцион? Вообще супер. Сколько там человечков можно посадить? Кто-то катается уже? Вот уже кто-то катается. Наверное, с ББшкой, с девочкой кто-то катается. А это полицейский участок Плеймобильный на Аксон Сити. Ну да, вот дядя спускается. Так, это там для девочек, это мы уже видели. Ой, Данька, смотри, ты видел вот это Аксен? Большая машина. Это же прикольная большая машина, как думаешь? Нет, это не Лего, это Плеймобиль, это такие человечки, Данька. Это Лего. Это Лего? Ты думаешь, это Лего? Да. Ну, пусть это будет Лего, я же не знаю. Ну давай, пойдем. Пойдем дальше. Вот такая у нас здесь красота. А что у вас там? А, это, наверное, рыцарский замок, да, потому что есть дракон, есть рыцарская ихняя пирога. Вот она. Ой, а здесь есть эта пирога в продаже, я видела. Что это у тебя там есть? Что у тебя есть? Есть пожарная машина, есть пожарники, которые тушат пожар, есть пожарная станция. Так, ну очень классно. Получается? Они спасают. Мне кажется, они спасают кошечку. Как ты думаешь, может такое быть, чтобы они спасали кошечку? Там маленькая кошечка, и они кошечку спасают, потому что начался пожар, и она не может слезть. Они сейчас поднимутся, затучат и заберут кошечку. Не, наверное, никого нету. Побежала по своим делам. Как думаешь, может такое быть, что кошечка уже убежала по своим делам? Ну. Наверное, убежала, да. Так. Ой. Это здоровенный. Ты такой здоровенный. Да? Thank you.
кто у тебя там? Данька, это летающие тарелки? А, это аттракцион, да, это аттракцион летающие тарелки. Вот они катаются, да, там садишь человечка, три летающие тарелки, и они катаются на них. А дальше это продажа мороженого. А ну давай, крути дальше. Паровозик. Вот, и большое обзорное колесо. Или чертово колесо. Очень красивый набор, большой-большой. Мороженое? Нет, там продают мороженое. Где продают? Видишь, вон стоит человек, и он продает мороженое, а возле него даже цветочки есть. А вот клоун, он продает шарики. А, это же вот эта серия, там, где они на каруселях катаются. А это серия пиратов. Дальше вот у тебя рядом, это серия пиратов. И это пиратская серия. Здесь настоящий пиратский корабль. Вот смотри, здесь пират, он на радиоуправлении, представляете? Так давайте его возьмем. Ну давай. Это вообще супер-супер игрушка. Вот смотри, давай ее рассмотрим хорошенько. Тут. Потому что она реально классная. Да. Смотри, видишь, моторчик внизу. Да, тут моторчик. А где мы ее запускать будем? Ты будешь сам нести на кассу? А не тяжело ли тебе? Нет. Нет?